Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать все-таки, что установлено на моем iPhone. Итак, конечно, эта рубрика такая себе не очень, но некоторые из вас просили это записать, и почему бы и нет. Начнем все постепенно, с первого стола, два у меня все по папкам, может кто-то не любит, оставляйте мнение в ваших комментариях. То есть я на стандартных не буду останавливаться, буду только останавливаться на тех, которые установлены. Google Фото, вот это вот приложение, для чего оно? Это своего рода хранилище для ваших фото, видео, дополнительное как бы хранилище для вашего iPhone или iPad. Так же самое это будет устанавливаться на Android устройство, очень классно и удобно, плюс 50 гигабайт к вашему устройству. Maps.me — это офлайн карты, они как в интернете работают, так и в офлайн режиме. Загружаете вам нужный регион, страну и пользуетесь, ничего в этом такого нет. Дальше идем, что у нас здесь есть. Здесь у меня установлено 100 карт, вот это вот красненькое, это для того, чтобы хранить ваши дисконтные карты. То есть вы отсканировали их, вбили все, подносите к терминалу, сканируете, все, ваша скидка действует. Детектор — это металлодетектор, который позволяет именно работать в режиме металлодетектора. Мастер VPN, я думаю, это всем известно, это очень быстрый VPN, самый классный, как по мне, топовый. Privat 24 это для банка, то есть OLX понятно, объяснять не буду, файлы. CleanMaster, к сожалению, Magic Cleaner, вот этот, я снимал обзор по, как очистить кэш, все-таки это приложение уже не подписывается, все, то есть получается, я даже не знаю, под замену какой надо будет найти, так хоть оставить в комментариях для вас. Дальше, InShot. InShot — это то же самое, что и iMovie, это фото-видеоредактор, в основном видеоредактор, очень классно, много эффектов всяких различных, как бы это первый редактор, в котором я обрабатываю видео, потом iMovie завершенный получается. Tailor — это очень классная штука, если вы делаете скриншоты, переписку, там еще что-то, объединяете в одну ленту, очень красиво и удобно хранить, по крайней мере, а не кучу непонятных всяких этих скринов вашего экрана. Magic Eraser, вот этот вот, он для того, чтобы создавать изображение без фона. То есть, когда вам нужно что-либо без фона, чтобы там был какой-то один определенный выделенный объект, это именно то приложение для того, чтобы сделать это все дело. Тогда это приложение также фоторедактор, но он больше для того, чтобы размывать фон. Я уже записывал видео как-то об этом, как сделать все-таки режим боке. Вот Shazam, понятно, это поиск музыки. Топливо.ua. Топливо.ua — это вообще классная тема. В чем? То есть здесь смысл чего? Вы подключаете себе это приложение, регистрируете за номером телефона, вы можете заправляться с классными скидками. По-моему, 8 или 12, 8% для, если вы заправляетесь газом, 12% на бензин и дизельное топливо. Также есть реферальная система, если кто-то от вас подключился, скачал приложение, вы имеете дополнительный доход. То есть за каждый литр 10 копеек вам капает. Тоже пассивный доход, вы можете эти деньги как выводить себе на счет, так перекидывать и заправляться за эти же деньги. Очень классно, удобно, скачайте, посмотрите. Это все для YouTube, творческая студия, UT Count и UT Tracker. То есть первое для того, чтобы отредактировать видео, посмотреть там просмотры, лайки, видео и тому подобное. UT Count — это просто смотреть ваши, также ваших каких-то там, возможно, другие каналы или еще что-то непонятно сравнивать, то есть какой текущий идет прогресс по просмотрам, по подпискам. И UT Tracker — это именно конкретно для того, чтобы в данный момент у меня сейчас идет набор подписчиков, то есть набрать 1000 подписчиков, 4 часа просмотра, точнее 4000. Вот iMovie — это фото-видеоредактор, Puffin — это режим, это браузер, просто классный браузер, скоростной, то есть здесь можно лазить также в ВК. И, кстати, большая просьба, перейдите ко мне в ВК, ссылочка будет закреплена в комментариях под видео, вот, либо же так введите вот мои данные,
проголосуйте, пожалуйста. Я здесь написал то, что я буду снимать бетки, но мне нужна ваша помощь в том, чтобы я снимал именно о каком-то одном телефоне. 5S, 6, 6S, 7, 8, ну, возможно, SE. Вот я через SE, в принципе, сейчас записываю это. Но вот я вижу, уже 12 проголосовало за iPhone 7. Вот, то есть, вот, пожалуйста, добейте до конца, то есть до понедельника я уже должен как бы ориентироваться, что это будет такое, за что. За что я буду снимать? Какое именно приложение, через какой iPhone имеется в виду будет обзор? Дальше. Приложение «Тачка», тоже я также рассказывал о путешествиях. Это то приложение, с которым вы можете использовать его в двух режимах. Как водитель, либо же как потребитель. То есть вы вызываете такси, ставите свою цену, говорите свой маршрут, и также наоборот вы можете от этого заработать. Очень классно, удобно, комфортно работает по всему миру. Дальше. Это три игры, в принципе, в которых я залипаю очень редко, когда сижу в каких-то очередях и тому подобное. AIDA 64 это чисто для проверки всех функций вашего iPhone или iPad. Ну, также на Android устройство, чтобы убедиться, что оригинальное устройство, какое его техническое состояние, в общем, чисто для синтетических каких-то тестов. Здесь папочка, а у нас приложение Badoo, сайт знакомься, думаю, не нужно в рекламе. Instagram, Telegram, VK, Viber. Все. На этом, в принципе, и все. Оставляйте ваше мнение как бы в комментариях, также в лайках, дизлайках оценивать. Я буду понимать, это нужная рубрика или не нужна. Можно будет что-то закачать для вас интересного. Вот, в принципе, как-то так. Не забывайте также подписываться на мои соцсети, ВК, Инстаграм. Ссылки, опять же, напоминаю, будут закреплены в комментариях под видео, в самом первом. Поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока! I tried so hard.